15 минут седьмого. Я сегодня проснулась в 5 часов, уже не в 5:30. Слушайте, и вот не скажешь, да, что старость. Я уже говорила, у меня мама же как бы девочка молоденькая. Она никогда так рано не просыпается, она спит долго. Потом еще днем спит. Папа рано просыпается. Какой-то кошмар. Не, вообще-то это нормально, потому что я как-то тут себя на днях уговорила поспать подольше, проснулась рано. И думаю, нет, все-таки на выходной буду спать до упора. И встала в 15 минут восьмого. Все. Дня нет. Ничего не успеваю. Да какой-то ужас. Не успела оглянуться, уже 12. Ну, хорошо, что я так рано проснулась. Хочу вам показать. Новая лампа у меня. Смотрите, я просто по ней так стукну. Три режима. Ярко, ну, очень ярко, ярко. И вот смотрите, значит, это тускло, поярче и очень ярко. И любимый мужчина. Мой французский актер. Женька. Бляха-муха, вот я его не знала в те годы. Прям вообще. Аж оргазм испытываю, когда смотрю на это фото. Пойду налью себе очередную чашечку кофе. У нас новая кофемашина, кофемейкер, Keurig. Два в одном. Какой-то кувшин. Видите, какая вода с налетом? Это у нас кувшин с фильтром. Там фильтр внутри менять нужно. Вот я уже приготовила угольный. Да? Активированный уголь здесь, что ли? Короче, не помню. Вот. От капсулы. И программируешь, и он варит кофе. Вот первое я сварилась и приготовила капсульный, потому что запрограммирован на 5:30. Да. Ой, не могу, слушайте, какой ванизм, бляха-муха. Уже в пакет положила, в отдельную ячейку, вот этот камембер, это Джейчик любит. Боже, какая вонь. Во всем холодильнике теперь вонь. Даже не помогает, что я вот так вот отделила. Ой, не могу. Ну, это что такое? Вот. Что у нас тут, смотрите, что мы тут едим? Там редисочка, огурчик. Это Джейчик и салат картофельный. Там еще одна бутылочка, это еще десяток. Давайте. Фу, бляха-муха, сейчас вырвет. Яйца надо переложить. Это из китайского ресторана еда недоеденная, вино недопитое. Ой, это что-то здесь требует приготовления. Микина еда. Это хлеб, там какие-то овощи. Есть вонючий сыр. Это Джей разбирал вчера пакеты, видите, вот так вот. Масло. Обычно я сразу в масленку кладу. Сейчас покажу. Это у меня вот это масло, которое нужно пить. Льняное. По граммульке. Здесь какие-то крема медицинские. Тональник. Здесь у нас 0 калорий кола черри. Ну и всякая фигня. Видите, 4 таких брусочка, очень удобно. И масленка такая же у нас длинненькая. Уже вот разметочка. У нас тоже разметочка, кажется, есть. Ну, просто мне вот нравятся брусочки такие. Не соленые.
Потому что если соленое масло мы покупаем, это я вообще могу вот так прям с руки съесть. До чего вкусное. В морозильнике тоже тут, как говорится, полезешь в морозильник, руку не отморозишь. Некуда просунуть руку. Практически все забито. На эти полки не смотрим. А, вон там что-то еще есть. Здесь вот полная корзина. Здесь вот видите льда сколько? Лёда. Лёда, видите, сколько у меня. Молоко я пью, эти Милк, как написано. Потому что это прикол, на самом деле, это не молоко. А под молоко файбер, омега-3, пробиотик, несладкое, органик, соя, глютен, фри, орехов, это фри, это все, что, все, чего нет. А это что есть? Хорошо для кето-питания, палео, френдли. Видите, сахара нет. Витамина С нет, есть айрон 2%, кальций 4%, глютен фри. Это из Whole Foods. Еще и не читали печенюшки, что нам там предрекают. Вчера цветочки купила, типа муж мне подарил. Не, на самом деле он иногда и сам дарит. Я рассказывала, что он может приехать с кучей цветов без повода. Просто вот ему захотелось и купил. Хризантемки, они долго стоят. Поэтому я люблю сейчас хризантемки. Купили еще два алкогольных напитка. Коктейли. Космополитен для меня и для Джея. Old Fashioned какой-то тут. Крик, кноп. Тоже коктейль из Whole Foods. Не знаю, когда будем пить. Пока еще вино не допито. Чайник тоже. Эти 37 минут осталось. На 2 часа можно запрограммировать, чтобы держал горячесть. Смотрите, здесь для Long Tea чая. Френч пресс, белый чай, зеленый, деликатный. И на этот столик хризантемки. Немножко вам покажу. Видите, old fashion, old style у нас. Дофигища, это еще не все выставлены. Вот, кстати, вот эти два вот эти для шампанского, длинненькие, видите, такие. Смотрятся, как их 4. Это Тиффани. Расскажу потом как-нибудь видео. Это серебро столовое, я все начистила. Слушайте, как-то делала видео, показывала вам, помню, давно еще. И забыла. А оно что-то потемнело так у нас. И я такая думаю, это же, наверное, не серебро, потемнело. А я брехала, что серебро, ё-моё. Переворачивала все, везде написано silver. И сколько процентов. Какая проба. Начистила все, видите, как красивенько. Вот. Пока Джейчик спит. А сюда еще. Комнату. Ой, сейчас включу свет. В эту комнату придет еще стол. Должен был вчера прийти угловой столик. Туда, вот в угол для лампы. А потом написали 8 часов написали. А потом, смотрю, исправили. Ну, как бы поменяли время на понедельник. И, как называется, TV-стенд под телевизор. Это такой зеркальный гардероб, гардеробная с зеркальной дверью. Слайду. Ну, это такая комната. Это как продолжение вот этой комнаты. Это считается как еще одна спальня.
Ну, мы решили не делать. Диван раскладывается, поэтому если гости приедут, то можно оттаман этот подставить под ноги, если кому надо. И вот эти сидушки, ой, не сидушки, вот эти как подлокотники, сейчас не буду показывать вам, они выравниваются. Вот. И вообще нифиг, отели есть, какие гости? Никаких гостей. Все, не то время гостей принимать. Заказывали занавески, месяц где-то ждали. Вот позавчера нам их привезли. Слушайте, абсолютно не то, что я хотела. Ткань там был очень большой выбор. Я сама обычно захотела. Ну, в смысле, это, она такая, без принта. Не хотела ни листочки, ни цветочки, ни херочки, ничего. И я хотела, чтобы было больше защипов. В смысле, такая она была плотнее, когда закрываешь. Ну, в общем, уже когда одну повесили, это две на окне висят. Две. Когда одну повесили, 5 часов делали на 3 окна, потому что там же еще крепления вот эти все, карниз этот сам. Вот. Значит, женщина, которая приезжала к нам со своими буклетами, я тыкала пальцем, показывала, как и что я хочу. Она такая говорит, ой, типа, работница, которая шила занавески, ну, как бы у нее был мистейк, ошиблась она. Но если вам не нравится, так в течение недели понаблюдайте. Если вам не нравится, то мы заберем и сделаем, как договаривались. Ну и при этом сделала нам скидку $400. Вот. Ну я же говорю, не знаю. Я сначала вот смотрела, думаю, блин, ну такой вид, вот как будто бы не на ту цену, которую мы заплатили. Я говорю, как будто бы, знаешь, из BBB купили за $100 занавески. Не знаю. Или уже пусть будут. $400 уже скинули. Пусть будут. А следующие уже, может быть, поменяем. И вообще здесь вот пожалела. Надо было на всю дверь. Ой, на всё окно. Потому что, видите, сам вот этот карниз такой. Можно, надо было на всё окно сделать. Сейчас я вам покажу с этой стороны. Тогда не было бы места для пикчи. Для картины. Да и ладно, какая херня. Сейчас не до этого. Гляньте вот на этого пацана. А чего вы пришли ко мне опять? М? Ты же уходил сегодня. Ты же уходил сегодня. Все? Уже опять меня любишь? Кузька. Зеркало вот такое. С американским флагом вверх ногами. Ну, это зеркало так поставили вверх ногами. Я говорю, пусть будет. Снизу не видно флага, а так я вижу флаг. Я должна помнить, в какой стране я нахожусь. А то некоторые девчонки меня в Россию все пытаются обратно отправить. Боже, сколько дур на свете. Мрак. Завистливые сучки. Еще ванную покажу. Видите, у меня даже полотенца желтенькие. Это у меня такие классные коврики. Слушайте, такие мягенькие, такая прелесть. Как эти лимончики, апельсинчики, дольки. Видите, у меня так. По-всякому их можно раскладывать. И в туалете. Что вам показать? Тюлики у меня тут, парфюм. Вот я люблю, чтобы у меня стояло вот так вот на виду парфюм. Видите, практически у меня ничего нет из кремов. Я все убрала. Все у меня по тумбам, по шкафчикам. По-новому хочу, чтобы у меня все было. И вот гидромассажная ванна. Помните, я вам рассказывала, что не работает ванная? Где я рассказывала? Или я не рассказывала? Ну, неважно. Вот кнопка. Нажимаешь эту кнопку, да, когда ванная уже полная, она не работает. Вызвали сантехника. Он сказал, нет, это что-то по электричеству, все нормально.
вызвали электрика. Приехал электрик, значит, там снаружи дома есть с улицы, со двора. Окошко такое, значит, там и по сантехнике, и по электричеству вот с этой ванной связано. Все проверил, пришел сюда, все розетки проверил, все выключатели. Говорит, я не знаю, в чем проблема, я не пойму. И стоит вот так вот здесь, да? А вот этот выключатель, я как-то Джесс спрашивала, говорю, что такое вообще? Я думала, может быть, свет вот этот вот верхний. Нет, там отдельный выключатель. Короче, непонятки какие-то. И он так стоит с Джеем, разговаривает. И такой... Вода была наполнена в ванной, он же проверял все. И такой Хась нажимает вот эту кнопку. И как заработала наша гидромассажная ванная. Вы представляете? Я говорю, ты что? И даже этот электрик говорит, я такого никогда не видел. Дурдом какой-то. Короче, чтобы набираешь ванну, включаешь вот эту клавишу, начинает работать эти струи бить, залазишь. А чтобы выключить, кнопка вот эта так и не работает. Чтобы выключить... Нужно или звать кого-то, или самой вылазить из ванной. Не хочется же постоянно, чтобы тебе там били эти струи. А полежать, например, понаслаждаться там в пене. А так эти струи навбивают пену. А это, смотрите, не буду говорить уже с какого бренд, потому что, слушайте, как скажу бренд или покажу, тут же мне не включают монетизацию. А я что должна, бесплатно работать? Брючки такие клевые вчера пришли. И футболочка. Вот. Желаю, чтобы не было ни звездных войн, ни у кого. Может, сейчас произнесла все. Опять, бляха, не будет монетизации. Ни эпидемиологических войн никаких. Чтобы все были живы и здоровы. Всего вам хорошего. Ну вот. Доброе утро мне. Попью кофейку. Вам хороших выходных. С вами была Нинель.